Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм Буратино. Все знают эту сказку «Взрослые дети», и этот костюм востребован как для детей, так и для взрослых. Вот так это у нас выглядит в запечатанном виде костюм Буратино. Такая индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. И давайте распечатаем и посмотрим этот набор. У нас в товаре визитка интернет-магазина GrandStart.ru. И посмотрим, из чего состоит комплект костюма Буратино. У нас в комплект входит вот такая вот ярко-желтого цвета, ну, желто-оранжевая, такая вот рубашечка. Рубашка у нас свободная. Она идет на пуговичках, можете посмотреть в цвет рубашки. Идут такие золотистые блестящие пуговички, но они расстегиваются, естественно. Здесь у нас идут помпончики, они на завязках, белый и красный. Ну, цвет может быть отличаться, может там любой цвет бомбончика, может быть оно расстегивается, также развязывается. Здесь воротничок у нас, он уже пришит. Кофточки, вот можете смотреть, здесь все очень аккуратно прошито, прострочено. Рукавчики коротенькие, то есть не длинные, короткие рукавчики. Здесь также все аккуратно пришито. Материал плотный, очень качественный. То есть это не одноразовая вещь. Далее в комплект у нас входит ярко-красного цвета бриджи. Вот можете посмотреть, бриджи идут на резинке. Материал абсолютно такой же, как и у кофты. Просто цвет другой, что очень хорошо комплектом смотрится, потому что материал одинаковый. Бриджи на резиночке. Бриджики довольно короткие. И внизу у нас также все прострочено. Просто однотонный ярко-красного цвета. Так вот выглядят бриджи. Далее в комплект у нас входит колпачок. Красный с белым колпак, на кончике у нас такой вот набивной бомбончик идет. Вот так вот это выглядит. Колпачок универсальный, на любой размер головы. Довольно такой вот объемный, большой, вот так вот он выглядит. Такой колпачок. Далее в комплект у нас входит имитация обуви. Такие вот ботиночки из флиса, бежевого цвета. Здесь они идут у нас вот так, ну то они сейчас вывернуты, вот так выглядят. Бежевый цвет, такие мягенькие из флиса. Они могут одеваться как на свою обувь, так и на просто на голую ножку, ну, в этом помещении, если вы выступаете. Вот так вот это выглядит. Сейчас вот вывернем, покажем вам. Такие вот ботиночки. Вот так вот выглядит имитация обуви. Такие вот ботиночки для Буратино. Очень приятные. Далее в комплект у нас входит нос для Буратино. Вот такой вот. Нос, также он идет из флиса, такой светло-бежевого цвета, телесный цвет, он мягенький идет. Здесь вот есть, ну, такое небольшое уплотнение, чтобы просто сюда как бы нос ставить, чтобы он держался. Он на резинке, подходит абсолютно на любой размер головы. И самое главное в костюме Буратино, это, конечно же, золотой ключик. Вот такой вот у нас уже золотой ключик идет, он из плотного картона такого толстого. Вот можете посмотреть, такая вот ширина золотого ключика, то есть он плотный, не сломается, необычная бумага. Такой вот красивый золотой ключик, который входит уже в набор. Вот он переливается, можете видеть. Вот полностью костюм Буратино для взрослых. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru.